Сыщики Ленинского РОВД города Могилева установили причастность к преступлению 43-летнего директора транспортной компании. Его брат был супругом дочери заявительницы, поэтому родственник периодически гостил у них и сделал дубликат ключа от входной двери. Последнее время он был завсегдатаем казино, проиграв свои деньги, влез в долги. Избавиться от финансовых проблем решил за счет других. Когда хозяйка квартиры с мужем уехала за город, злоумышленник проник в жилище и забрал наличные. Могилевчанина задержали в игорном заведении Минска через несколько дней после кражи. Выяснилось, похищенными деньгами он рассчитался с кредиторами, а остальное проиграл. При себе у мужчины оставалось лишь 1500 долларов и около 2000 рублей.